участников категории «Дети». Финал, финал. Правила простые. Финал, финал – это может быть проверка на выносливость. Если ребята танцуют и жюри определилось с решением, мы отпускаем ребят и узнаем решение жюри на церемонии награждения. Если жюри не определилось, ребята танцуют еще раз. Займите, пожалуйста, всю сцену. Всю сцену, она широкая. Я здесь. Вот сюда. А ты здесь. А ты вот сюда. Встаньте пошире друг от друга. А, собственно, так мы ждем ваших аплодисментов, друзья! Финал, финал! Категория «Дети», поехали! Жесты, то вы определились, и да. Кто станет лучшим танцором категории «Дети», мы узнаем на церемонии награждения. Сейчас аплодисменты! Спасибо. Они дошли до финала. Проходите в эту кулису, и мы идем дальше.